С начала октября выехать за границу можно будет при задолженности меньше 30 тысяч рублей. Сумму разрешенного долга увеличили в 3 раза из-за непростой экономической ситуации. Напомню, раньше покинуть Россию нельзя было при долге в 10 тысяч рублей. Однако послабление сделали не для всех. Хотелось бы сразу отметить, что 10 тысяч рублей все-таки законодатель оставляет за такую категорию исполнительных документов, как взыскание алиментов, возмещение вреда здоровью, возмещение имущественного ущерба либо морального вреда, причиненного преступлением, а также возмещение вреда в связи с потерей кормильца. Это не единственное новшество осени. Региональное министерство юстиции настаивает на том, чтобы интересы граждан в суде могли представлять только адвокаты, которые сдали специальный экзамен. Их легче привлечь к ответственности, если они окажут юридическую помощь недобросовестно. Специалисты их делят на тех, у кого есть только юридическое образование, и на тех, у кого есть статус адвоката. Люди, имеющие высшее юридическое образование, имеющие стаж юридической работы по юридической специальности не менее 2 лет и успешно сдавшие квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен у нас проходит открыто. Члены квалификационной комиссии присутствуют не только адвокаты, но и представители Главного управления Минюста России по Новосибирской области. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!